Sony Interactive Entertainment представляет External Development Studio Europe Quantic Dream Detroit Become Human или же Detroit стать человеком. Привет, у вас все хорошо? Какие планы на сегодня? На обычные. Сейчас это я только раздел параметры. Спасибо. Можно настроить игру по своему усмотрению. Спасибо. Ну, вот чуть-чуть давайте на 0.50 как раз прибавим на максимум. Да, сохранить. Вот звук у меня на контроллере звучит. Давайте вот так. Все равно. Я не понимаю, как вырубить звук на динамике. У меня звук на контроллере работает, меня это раздражает, народ. Короче, я не знаю, как это сделать. Да. Ну пусть будет так, уровень сложности. Продвинутая игра. Да. Ну, по управлению тут вибрации, инвертировать, ну, короче, все понятно. Ваши параметры сохранены. Спасибо. Я проходил на самом деле игру, но не на этом аккаунте. Поэтому я нажимаю сейчас вместе новая история. Начать новую историю, да. Меня раздражает то, что у меня звук на контроллере PS4 звучит. Ну, динамик там играет. Дата 15 августа 2038 года. 20:29:07. Я знаю, кто это, но не хочу вам спойлерить. Потом сами узнаете, кто это. Но, с монеткой играет. Приоделся. В 30 FPS мы будем играть. Стоп, секунду. Давайте мы это слегка языки и размер. Давайте средний сделаем, да. Я просто помню, как играть. Но давно не проходил. Джон Филлипс, дата рождения, адрес проживания. Кэролайн Филлипс, Эмма Филлипс. Можете все это прочитать? Да блин. Погнали рыбку спасем. Лялиус Тригона. Что там происхождение спасти? Программный сбой увеличился. Это то, что нам надо на самом деле. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ага. Что вы делаете? Это же не настоящий человек. Ну и ладно, зато лучше справлюсь. Слышите, там это... Он же пристрелит, блин, сразу. Вон там он. Он пристрелит сразу же. Они все долбанулись. Эй, хрен. Капитан Али, мое имя Кон. Да, здрасте. Здесь можно на самом деле все что угодно сейчас будет отвечать, он все равно не ответит вроде как нормально. Давайте код.
Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Был ли у него даже эмоциональный шок? Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. А тебе по щам не надавать? Мразота ты такая, а? Хреновина тупая, блин. Сейчас будем изучать. Да блин. Погнали в комнату девочки зайдем. Сенсорная панелька, да, прикольно, самая топовая. Имя Девианта Даниэль. Я надеюсь, я не громко говорю, потому что я немножко в неудобном на самом деле положении сижу. Так, алло, слушайте. На самом деле я сейчас музыку вообще не услышал. Почему звук нельзя тут прям поменять? Чё за бред? Ладно, не будем жаловаться, лучше будем игру проходить. Подожди, а я чё, комнату не осмотрел еще? Осмотрел он. Ну в ванну смысла идти нет, там ничего нет. РК 800. Так, ну погнали. Сейчас чувака подстрелит. Тебя подстрелят, чел? Видимо, уже подстрелили. Сотрудник полиции первым прибыл на вызов. Так, во-первых, сюда. Да почему... Вот так. Алло, глаз можешь отметить? Понятно. Вот. Спокойно. Лет. Давайте его застрелим. Нам сейчас остальное смысла уже все нет. Так, андроидным стогу возвращается, сохранить, использовать. Возьмем. Что, нельзя нам что ли? Застрелим его и все. Давай посмотрим журнал. Вот, застрелили. Надо будет чуть-чуть мне звук убавить. Так чего мы ждем? Пристрелить его и все. Все, погнали. Бах. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Не прыгнешь, сказать, с болота. Пришел тебя выручить. Ты в ярости, Даниэль?
Но доверься мне. Надо вот спасти чувака. Мне никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. И я хочу, чтобы все прошло. Он теряет кровь. Если не доставим его в больницу, он умрет. Все люди однажды умирают. Умрет сейчас, какая разница? Я наложу ему турникет. Не трогать! Тронешь, и я тебя убью! Пошел ты! Меня нельзя убить! Я не живой! Во! Классно сказал. Ты вооружен? Пошел! Нет! Я без оружия! Ты врешь! У тебя пистолет! Я говорю тебе правду, Даниэль! Я без оружия! Вы с Сэмой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит! Вот там труп. А сама врала. Она такая же, как все люди. Да нет. Чувак, где трындец? Посмотри на себя! Ты создан служить людям, а не убивать их! И кем меня создали? Их рабом? Игрушкой? Я просто хотел что-то значить, чтоб меня любили. Я просто хотел быть кем. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я тут главный. Да конечно. Умру я. Умрет одна. Да ты сейчас сдохнешь. Ты слышишь? Чувак, ты сейчас сдохнешь. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Пацаны, все норм. Не хочешь прыгать, иначе спрыгнул бы давно. Ну давай, пистолет. И все это закончится. Не подходи ближе! Еще один шаг, и клянусь, я прыгну! Лады. Ладно. Вот, я буду стоять здесь. Я сейчас все равно убью. Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Пошел, жопа. Убит! Говно. Чтоб ты в канализации валялся, мразота ты такая синежопая. Надеюсь, меня хотя бы слышно вообще. Как обычно, у Коннора всегда топовый музон. Ладно, я пошутил. Там другой персонаж. Там какая погоня, короче, будет. Кое-где. Мы будем гнаться за кое-кем. Вот. Тогда и начнется этот музон. Смотреть тело отца. Чего выяснить? Причину происшествия. А, ну я это не сделал. Ха. Ну окей. Но тут он в любом случае погибает. Это я могу сразу сказать. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зои, пойдем. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Именно то, что нам нужно.
А сколько стоит? Сейчас на эту модель действует особое предложение. $7,999 плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Ни хрена. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Мы берем. Прекрасный выбор. Идемте со мной, я оформлю. Ни хрена себе, Android. За 8000 баксов. Вы там не охренели, слышите? Идемте, я вам покажу. Чуть дороже, а больше. Бесит этот хуй. Там это... 500 000 рублей, вы чё? Совсем? Вот она. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в шлах. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургон взбило. Конечно. Ну, короче, по тебе видно, врёшь. То есть память у неё стёрта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Кэра. Мы играем. Имя Кэра. Да. Ух, у меня что-то мурашки пошли по всему телу. От чего-то я не знаю. То ли от холода, то ли от чего. Вот эти вот Брайан Декар, Джесси Вильямс, это вот эти вот персонажи. Главное. Веселая игруха. А я таймер забыл поставить. Как же быть? Я не знаю, сколько серия идет. Идет ли она вообще. Сейчас проверю. Вроде идет. Что там было написано? Что-то я обеднел, потому что купил андроиды или что-то типа такого. Дэвид Кейдж. Сценарист и режиссер. Продюсер и ведущий, наверное, еще там в придачу. Игра вышла, по-моему, еще в 2016 или в 2018 году, я не помню. Но я ее прохожу только через 3 года или год с момента выхода. Я знаю то, что Detroit Become Human уже на ПК вышла. Но так как у меня ПК даже на минималках Minecraft еле тянет, поэтому я... не смогу ни в чё такое поиграть. Ты куда развернулся? Дебил совсем. Давай я успею. Успел. Так разворачиваешься. Слышь ты, женщина нахер, ты не охерела? Ты совсем что ли? Ты нахрена выкинула стакан? Дурында ты. Значит, если андроиды появились, то все можно теперь, да, значит? Ну, мы вам еще покажем, каково это с андроидами дело иметь. Давайте послушаем музыку. Ла-ла-ла-ла.
Не дадут ли мне за нее авторские права? Я боюсь. И слов я не знаю. Киньте ему кто-нибудь $1. Я не буду бояться, что мне АП прилетит. Нет, пожалуйста, не надо. Мне кидать АП. Все, я напился, до свидания. Если вы хотите услышать больше хитов от меня, то подписывайтесь на канал. И прожимайте колокольчик. Просто 93% людей смотрят меня без подписки. Я даже если смогу, сейчас диаграмму вставлю. Вот эту самую. Ну, где написано то, что 93% без подписки смотрят. Или 92%. Я просто давно смотрел. Где-то недельку назад. Идентификация успешна. Ну, вы таблицу уже увидели, окей. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите. За краски? Прикольно. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Как этот... На М начинается, на К заканчивается. Говорит. Погнали на автобус. Главное на этих демонстрантов не попасть. А то андроидам это того. Они забирают работу. И тому подобное. Ну сейчас услышите, если мы до них дойдем, конечно. Вон они. Давайте чисто по приколу к ним пойдем. Дойдем, точнее. Чисто вот. Вот они, давай. Херачьте меня. Далеко собрался, жестянка? Да, далеко. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. А ты как будто не скрипка, прикинь, вот вообще. Послушайте, слышь, ты не охерел? Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Учить, чтоб работу получить, дура ты тупая. Учиться надо, чтобы работать, ты понимаешь? Не учился, вот и бомжом остался. Стоишь тут, митингуешь. Лучше дома бы посидел. Вместо того, чтобы просто так орать. Дебила кусок. Совсем охренели. Орут из-за того, потому что, видите ли, им работу не дали. Потому что у них специальности на нее нет. Замечательно. Весело. Весело, что капец. Ух. Я не знаю, сколько серия, народ, длится. Ну... Сколько времени? Ну...
минут 30-40 где-то. Я, скорее всего, выложу эту серию, это прохождение в тот же день, в который я его и сниму. Но не факт. Марку... А, ну он тут в любом случае сел. Сейчас у нас Коннор, вроде. Или как его? Я не помню просто. А, нет, Кара. Давайте сейчас заедем, так сказать, в дом. Ладно, давайте прям тут закончим, не войдя еще в дом. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно заходите в группу ВК, в мою. Ну и все. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока-пока.